Привет, вы канал Мармадей Лаб. Сегодня мы будем открывать духовую печь. Да, у нас со Златочкой... Ой, уже кекс готовится. У нас со Златочкой есть вот такая вот духовая печь с плитой, да? Plant Home. Так, и что мы, Златочка, будем с тобой сейчас открывать? Да. Мы эту духовую печь заказали на Розетке. Так, давай будем с тобой открывать. Открывай. Так, открываешь? Я могу тут скотч. Скотч там? Да. Вот это так закрыто, чтобы не упало и не побилось, да? Да. Опа. Опа. Достаем. Ух ты. Вау, какая она красивая. Что там есть? Даже пиццу приготовить? Режим для пиццы? Что там еще есть, Златочка? Скотч. Так. И разные звуки издает плита, да, Златочка? На самом деле она такая маленькая, да? Меньше, чем на фотографии, кажется. Но она такая прикольная. Ой. Да, я хотела такую. Такую ты хотела? Ну вот теперь ты будешь кушать, готовить пупсам своим и Заряне. Вау, ух ты! Что здесь есть? Сковорода с яичницей, да? С яичком. А яичко пластмассовое, держи. Вот такая вот кастрюлька с крышечкой маленькая. Ой, курица! Тушка, кому курицу? Держи. Это нашу духовую печь. Вот наша такая тушка. Тушка куриная. Осторожно нужно, чтобы не отвлечься. Да, осторожно. Опа! Молодец, держи. А что здесь еще есть? Здесь есть еще, вот, это так сделано, огонь сделан, пластмассовый огонь. Когда включаешь, а ну затусич, когда я включу. Итак, ага, это вот у нас плита одна. А это что, тоже вторая плита? Крутить здесь? Не крутится здесь. А еще, как духовка? А ну включи духовую печь. Включи. Включай. Ага. Остановилась. Включай духовую печь. Включай. Я не могу. А ну, так. Вот как светится здесь огонь, как светится пластмассовый, да? Вон светится. Там лампочка есть. Видишь лампочка? Светится огонь. Ага, это наша тушка, как пиццу. Может, ты пиццу заказывала? Классно. Теперь можем готовить кушать? Да, мамочки. Будете мне с Зарядой готовить кушать? Да. Ну хорошо. Всем, кому понравилось наше видео, ставьте лайк. Ставьте лайк. И подписывайтесь на Мармадей Лаб. Пока-пока. Нажимайте на эту кнопочку. И много видео интересных. Да-да, не забудьте нажать на кружочек. И еще у нас на канале конкурс. Участвуйте, и вы можете выиграть фею день-день. Пока-пока!